стой нормально, кривляка. Котеночек мой собрался на елку в школу. Девчонки, ну, Захарику уже почти 9 лет, поэтому идем на елку без новогодних костюмов, просто в брючках, в рубашечке. Он и сам уже не хочет никаких костюмов, сказал, я уже взрослый. Так что такой вот красавчик у меня. Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости. С вами Ирина, и вы на моем канале Ирэска Влог. Сегодня у нас пятница. Ну, у меня пятница, а у вас будет уже суббота, 30 декабря. У меня влоги выходят с задержкой на один день. Извиняюсь, ребят, за свой такой неприглядный внешний вид. В прошлом влоге вам рассказывала, что у меня детки заболели. Похоже, я от них хватанула, прицепилась ко мне эта зараза. Сижу, пью чаек с имбирем и лимоном. Таким же чайком в прошлом влоге я поила своих деточек. Приходится теперь и самой пить. Горло першит, в носу у меня все крутит, вертит. Ну, это точно я от деток подцепила. Совсем не хочется в Новый год болеть, поэтому надо быстренько приводить себя в норму, приводить себя в порядок. Пью таблетки, пью чаек лечебный. Блин, сейчас чихну. Чихну или не чихну? Передумала. Ну, очень хотелось чихнуть. Ох. Сходила Фоксика, покормила. Сегодня покушал, девчонки, намного лучше. И косточку даже сгрыз. Но я ему сегодня буквально одну кость положила, и такую не очень большую. Но он ее прям всю слопал и кашу всю съел, до конца доел. Водички попил. Вот, так что сегодня кушает получше. Вчера сидели с Миланушкой и составляли меню на Новый год. В общем, решили очень много не готовить. Буквально будет у нас 4 салата. Будет селедка под шубой. Будет салат Ташкент с говядиной и редькой. Очень вкусный салат, кстати. Салат Цезарь. Миланушка у меня очень любит Цезарь, впрочем, как и я. И будет один салатик. Не знаю, как он называется, но мы его решили назвать салат Тёма, потому что этот салат очень любит мой сыночек Артёмка. Когда-то очень-очень давно я его нашла, рецепт этого салата нашла на просторах интернета. Наверное, какое-то название у этого салата было, но я, конечно же, не помню, и поэтому мы его так между собой называем салат Тёмин или салат Тёма. Это салат с куриной грудкой, с морковью по-корейски, с сыром, с сухариками, тоже очень вкусный салатик. Никакого оливье у нас в этом году точно не будет, потому что, ну, как бы для меня вообще оливье это не праздничный, девчонки, салат. Мы его в течение года очень часто готовим. Я, в принципе, и селедку под шубой в течение года тоже очень часто готовлю на повседневный стол. Но селедку все равно буду готовить, потому что у меня муж очень любит селедку под шубой, ну и я тоже люблю. А оливье нет. Многие, наверное, не представляют свой новогодний стол без салата оливье. Я представляю, и вообще легко, как бы встречу Новый год без этого салата. На горячее у нас будут шашлыки. Деткам хочу запечь картофель по-французски, но с куриной грудкой. Не со свининой, как я обычно делала в прошлые все года на Новый год, а с куриной грудкой. И что еще? Холодец будет. Хочу еще сделать бутерброды, такие красивые праздничные бутерброды с красной рыбкой, с авокадо и с творожным сыром. Конечно же, обязательно сырная тарелка. Это прям моя тема. Закупила уже разные сыры, свои любимые сыры с плесенью. Фруктовая нарезка. Ну и все, наверное. Под шашлык набрали зелени. Разная зелень, зеленый лучок, кинза, укроп, петрушка. В общем, думаю, что этого нам будет достаточно. Вот такой у нас стол будет. Незамысловатый, но я думаю, что очень вкусный. Пришел мой мальчишечка со школы, принес подарок. Немножко грустный. Спрашиваю, чего грустный. Оказывается, угощали их в школе за обедом, в общем, раздавали яблоко и большую шоколадку, и он, похоже, по запарке засунул не в свой пакет.
шоколадку с яблоком, расстроился. Ты уж не расстраивайся, у тебя... Не из-за этого. Не из-за этого, а из-за чего тогда? Еще есть, что ли, поводы для расстройств? Я-то думала, ты из-за шоколадки расстроился. Конфеты откладывает. Вкусненькие себе выбирает, откладывает. Это ты для себя, да, откладываешь, сынок? Так это ведь все твои конфеты. Чего ты откладываешь? Давай посмотрим, что там у тебя. Ох, сколько конфеточек. Ой-ой-ой-ой-ой, какие разные конфетки вкусненькие. Хороший подарок, да, сынок? Конфетки все вкусные. Такие вот. А вот это что за конфетка? О, это вроде такая же. В общем, наполнение хорошее. Все конфетки очень вкусные. Такая. Вот тут всякие конфетки маленькие. Здорово. Ага. А это, наверное, орешки, скорее всего, в шоколаде, да? Наверное, да. Сириус. О, вот с дракончиком. Вообще, новогодняя вообще серия. Вкусная. Вот эту Захарик очень любит. Жаклин. Мне тоже такая нравится. Какую выбрал? Вот эту. Это самый умный, да? Конфетка самый умный? Что написано? Самый умный. Самый умный. Очень вкусная. Она похожа на киндер. Ну как? Вкусненько? Немножко повеселее сейчас. Шоколадку съешь, немножко повеселее. Что прям какой-то расстроенный пришел. Учительница скинула уже в общий чат нам видео с праздника, с утренника. Здорово. Все детки такие красивые, наряженные. Хороший праздник. Тебе самому понравился утренник? Понравился? Ну, что ты какой-то грустный прям, не знаю я. Ничего не случилось? Никто тебя не обидел? Нет. Все хорошо? Может, все-таки ты из-за шоколадки, из-за яблока расстроился? Ну вот кому-то будет подарок от тебя новогодний. Кто-то у тебя из твоих одноклассников придет и обнаружит в своем пакете еще дополнительное яблоко и дополнительную шоколадку. Пусть кушают на здоровье. Да? Решила, девчонки, я картошечки нажарить. Так, захотелось картофана жареного. С огурчиками с маринованными, с помидорками. Варю холодец. Сейчас покажу вам. Вот такая красота. Варится уже 6 часов. В принципе, по идее, уже, скорее всего, готов. Но я жду супруга. Сейчас приедет с работы. Сказал, без меня не разбирать. Он очень любит заниматься этим делом. Разбирать холодец. Косточки будет целый день на чае на этом. На своем лечебном. Вроде ничего, девчонки. Кстати, намного лучше я себя чувствую. Лучше, чем было с утра. Утром прям встала, у меня все горло такое, знаете, обложенное, першило. Сейчас прям очень даже неплохо. Чаечек помогает. Сейчас муж приедет, пойдем Фоксику будку немножко доработаем. В общем, там вот этот вход в будку совсем маленький, но, как сказал мне муж, это правильно. Правильно в том плане, что чтобы тепло там сохранялось зимой. Но ему сейчас, Фоксу имею в виду, сейчас очень трудно оттуда выходить. Сегодня я вообще не знаю, выходил он с будки или нет. Я когда его ходила кормить, кушал он прямо в будке. Он попытался выйти, но не получилось у него выйти. Не знаю, в течение дня выходил, не выходил. Я вроде бы так выглядывала, он постоянно в будке лежит. Попросила мужа, чтобы он выпилил ему вот этот вход, побольше, в общем, сделал. Сейчас приедет, пойдем выпиливать. Но перед этим надо будет как-то Фоксика оттуда вытащить. Потому что тяжело ему, реально тяжело. И заходить туда, и выходить оттуда тяжело. Маленькая прям такая вот эта вот дырка. Зазывает уж маму, зазывает. Играться! Играться! У него вот эта игрушка уж такая чумазая, но такая грязная, надо постирать. Да, постирать надо эту игрушку. Завозёкал всю. И на улицу таскал. И дома чмякает постоянно ее. Она раньше была такая, со звуком. Но уже батарейка, похоже, там села. Можно, конечно, распороть, достать батарейку, поменять.
Уж очень любит он этого сурикатика. Да, не нажимается он уже. Все, не нажимается, ничего не говорит он тебе, да? Что вот здесь за пятно? Что это за пятно такое чумазое? Где ты извозёкал? Ой, осторожно, злая собака. Очень злая собака. Есть у него специально собачьи игрушки, но с ними он вообще не играет. Вот, подавай ему вот такие вот поющие. Да, это раньше Захаркин был сурикатик. Захаркин сурикатик, но он его всегда воровал у него. Поэтому Захарик ему отдал этого сурикатика. Ой, как хорошо. Ой-ой-ой, кайфушечки, кайфуши. Весь опять лохматый. Только недавно тебя причесывала. Лохмать. Что-то мы давно с тобой зубы не чистили. Наверное, сейчас зубы почистим, да? Персюш, будем чистить зубки? Ну что? Что? Как барабашка. Маленький мой. Маленькая блоха. Клопик. Выпилил муж дырку побольше у Фоксика в будке. О, видите, хвост торчит. Делишки свои делает. Теперь хотя бы может нормально выходить. Как мне нравится, девчонки, вот эта вот гирлянда. Повесила ее на кухне. Покупала ее тогда же, когда брала прихватки в магазине Галамарт. Классно так светится. Совсем недорогая. По-моему, 240 или 250 рублей она мне обошлась. 3 метра на полтора. 3 длина и полтора высота получается. Классная такая.